сегодня утром на перекрестке Степана Разина и Рижского проспекта. Девушка сбила велосипедиста, который надеялся проскочить на красный, но попытка не увенчалась успехом. Девушка сразу начала звонить в скорую, на что мужчина отказывался и пытался уйти с места происшествия и полез драться, когда она просила его подождать скорую и ДПС. ЧП в России. Новости в живом формате. Обязательно подпишитесь на нас.